Вам не кажется, что он такую работу, где надо работать? Нет, не кажется. Мы уже давно-давно знаем, что женщинам действительно это не надо. Вы работать не хотите, а если хотите устроиться на работу, только так, чтобы там не работать, а деньги получать. Если даже этого не хотите, то хотите найти мужика, который будет вас содержать, но ему вы ничего взамен не обязаны. Ни убирать, ни стирать, ни готовить, ничего. Просто-напросто, чтобы содержал. Мы это давно знаем.